Есть у нас цена на бензин, на бензоколонки. Она раскладывается, ну, естественно, на затраты на то, чтобы нефть добыть, из нее сделать топливо, перевести и так далее, и так далее. То есть вот целая куча денег, которые нужно заплатить тем, кто этот бензин сделал и доставил до потребителя. Угу. Плюс акцизы. А затем... А вот дальше начинается сейчас 65% вот от этой цены – это налоги различные. В том числе это, вот на это налог на добычу полезных ископаемых, это акциз, это целая куча других, там налог на прибыли, много-много чего. То есть вот государство забирает из этой цены 65%. Недавно было 60%, сейчас уже 65%. То есть когда государство говорит, что вот из этой постоянной цены, да еще и пониженной, как вот сейчас обещают эту цену, я буду забирать все больше, больше и больше, это означает, по арифметике, я не болел, когда устный счет проходили, что нефтяникам будет оставаться все меньше, меньше и меньше вот из этой цены. Мы сейчас уже видим, что нефтеперерабатывающие заводы работают себе в убыток, то есть они уже не рентабельны просто. И для того, чтобы, ну, поддержать каким-то образом штаны у нефтяников для реализации их продукции на внутреннем рынке, правительство предлагает не уменьшить акцизы и налоги, угу, что было бы логичным, потому что они поднимают цен, правительство поднимает цен. Оно предлагает каким-то образом компенсировать нефтяникам вот эти вот потери и, значит, и ввести что-то вроде, ну, там разные названия, демпфирующий какой-то налог, демпфирующий акциз. То есть нефтяникам будут приплачивать за то, что они теряют убытки на при реализации топлива на внутреннем рынке. Но откуда приплачивать? Из госбюджета, естественно. Госбюджет складывается из налогов нас. То есть обычный потребитель бензина, он будет платить, во-первых, на бензоколонки государству вот эти деньги, и будет платить еще дополнительно в бюджет из его налогов других, оттуда будет забирать тоже, чтобы покрывать вот эту цену на бензин. То есть то, что покажут циферки на бензоколонке, это абсолютно не соответствует тому, что на самом деле мы платим за бензин. Мы платим, оказывается, гораздо больше. Руководство Роснефти решило воспользоваться вот этой вот кампанией вокруг цены на нефть, чтобы... Ну, как бы увеличить свое присутствие на рынке розничной продажи топлива, разорив мелких содержателей АЗС. Ну, они и так и не выдерживают. А у нас сейчас 60% АЗС – это мелкие, которые не принадлежат вот этим крупным, большим, вертикально интегрированным компаниям. Если у ВИНК, вертикально интегрированная компания, у нее есть своя добыча, своя переработка на крупных НПЗ и свой экспорт, естественно, где они покрывают много потерь, за счет экспорта покрывают потери на внутреннем рынке, то вот у этих вот независимых содержателей НПЗ ничего этого нету. Они не могут где-то из других источников компенсировать свои потери. Они покупают топливо либо у тех же крупных нефтяных компаний через биржу или напрямую с нефтеперерабатывающих заводов, и они покупают с небольших нефтеперерабатывающих заводов компаний, у которых тоже нету никакого экспорта. Вот они горят, они просто в этой ситуации потеряли всякую рентабельность. И когда их еще и обвиняют в том, что они завышают цены, это просто означает, что Роснефть мечтает, чтобы на АЗС по всей стране красовалась блямбочка Роснефть, а не какая-то другая там компания. Это наступление на частный небольшой бизнес.